Спасибо тебе, Михаил Сергеевич, спасибо тебе, братка. Ты собираешь каждый год такое количество людей, верных тебе, русских людей. Михайлов. Дорогие друзья, спасибо вам. А сейчас хочу сюда на сцену пригласить замечательного поэта Сережу Каргашина, автор стихов вот этой потрясающей песни, которую потрясающе пел Михаил Сергеевич, наш Миша пел, и она останется в наших сердцах. Я приглашаю Сережу. Сережа, проходи, пожалуйста. Скажи несколько слов.
Спасибо. Музыку написал композитор Юрий Мартынов. Я поздравляю всех нас с праздником имени Михаила Евдокимова. Я сегодня увидел совершенно замечательный фильм. Он называется «Я русский человек». Это, наверное, один из лучших фильмов, снятых о Михаиле Сергеевиче. Я бы хотел продолжить эту тему и прочитать свое стихотворение «Я русский». Я русский, спасибо Господи, я поле, бабушкин крест, я избы Рязанской области, я синь, подпирающий лес, я русский, по самое горлышко, во веки веков, насквозь, я лебедя белого перышка, я воина павшего кость, какие б не выпали горести, всем бедам хриплю я назло, я русский, спасибо Господи, я русский, мне так повезло, пусть времени кружатся лопасти, меня у меня не отнять. Россия, как крепость над пропастью, стояла и будет стоять. Спасибо! Виват фестиваль! Виват Россия!